Умоляю, кто-нибудь, спасите! Это последний. Начинаю извлечение особи. Где экземпляр номер 6? Уходим! Нет, доктор Гроувс. Взять живым. Он не нужен. Пускайте боевых андроидов. Уточнением в программе. Номер 6. Я его хорошо помню. Мистер Вейланд почему-то считает его особенным. Посмотрим, так ли это. Начнем с самых простых реакций. Просто поворачивай голову в указанном направлении. Здравствуйте, дорогие зрители. Это снова Кирисаки Найка. Как вы понимаете, мы продолжаем нашу серию летсплеев по Aliens vs. Predator. И сегодня я решил пройти кампанию, собственно, за этот бич зла, который уничтожил меня в прошлой серии. Собственно, за ксеноморфа, собственно, за чужого. Собственно, я номер 6. Так что давайте посмотрим, будет ли у меня больше шансов за чужого, нежели чем за человека. Так. Видишь? Он следит за моей рукой. Я слежу за твоей рукой. Послушный. Очень хорошо. Следующий тест. Конечно, да. Выпустите меня. Отличненько. Вам не остановить меня. Чудо ксенобиологии. Прекрасно. Они могут перемещаться по любой поверхности. По любой поверхности? Вау. Как я и предполагал, великолепно 6. Шестая? Я 6, бич. Ты ведь и прыгать можешь, верно? Должен. Так, впускаем первого подопытного. Куда вы меня ведете? Почему вы молчите? Что происходит? Действует параграф 88 си вашего контракта.
Видите жертву. Видите ее ко мне. Я туда не пойду. Пойдешь. Друг мой, вы участвуете в очень важном эксперименте. Очень важно. Доктор Гроувс, что это? Что? Да. Быстрая смерть. Агрессивность зашкаливает. И никакого сожаления. Никакого сожаления. Мистер Вейланд не зря обратил на тебя внимание. Вы можете создать темные уголки сами. Что за темные? Ладно. Интересно. О, это же как подарок. Новая уловка? Вырубаем свет. Splinter Cell Conviction. Потрясающе. Она знает, где нужно прятаться. Почему она? Я же должен за мужиками. Шестая. Если бы я не знал, что ты там. Почему шестая? Мне нужен новый подопытный. А? Почти. Главное, чтобы деньги платили, да? Давай, заложи. Темно, хоть глаз выколи. Дайте фонарик. Просто почините освещение, а? Кто там? Кто он очень крепкий, а? Совершенный организм, несравненный. Впустить следующего подопытного с оружием. Не, с оружием не надо. Посмотрим, как ты справишься с этим, шестая. По запаху человека можно определить, кто. Фу, воняет. Значит, автомат. Что тут происходит? Ну давай. Что случилось со светом? Заходи. О, зашипеть. Осторожность? Явный признак разумности. Откуда этот мерзкий звук? Но как ты узнал об опасности? Чего узнал? Мистер Вейланд был прав. Замечательно. Думаю, на сегодня хватит. Мама, папа, это вы? Выбраться живой. Королева дала вам новое задание. Идем. Прыжок. Мы нашли же мотивацию. Что такое? Пытаемся сбежать? Пытаемся сбежать. Еще бы мы услышали зов королевы. Конечно. Подавай газ! Какой газ? Нет. Отлично, шестая. Великолепно. Впрочем, сбежать ты все равно не сможешь. Смогу. Пожалуйста, не надо. Надо. Что происходит? Вейланд наконец-то добьется своего. Что это было? Тревога. Авария в энергосистеме. Сохраняйте спокойствие. Никакого спокойствия. Извините. Проклятие. Ксеноморф. Вам не удержать. Скроус, чертов болван. Ням-ням-ням. Человечишка. Стоп, куда он делся? Что за байк? Ладно. Всем спецотрядам немедленно выйти на связь с поста. Боевая тревога.
позиции их собрать. Ага, смотри, у нас здесь идет вентиляция. Хоп. Открываем. Говорит спецотряд, мы находимся рядом с Виварием. Входим внутрь. Не, внутрь не надо. Хотел тревога! Ксеноморфы на свободе! Вперед, братаны! Активация аварийной блокировки. Закрытие гермоспорт. Включение сторожевых аудей. Бежим. Внимание всему персоналу. Это доктор Гроус. Произошел сбой системы безопасности Вивария. Прошу сохранять спокойствие и следовать протоколу. Чёртов ксеноморф! Уверяю вас. Чёртов ксеноморф! Мочи, козло! Я сожру твою голову. Рау! Скорость флэша. Всему персоналу следовать протоколу эвакуации. Где вы, жалкие людишки? Он где? А чёрт! Прыжок! Ешка! Мэйдэй! Говорит БЖ-386, колония Фрея! Хоп! Это администратор Катя из лаборатории Вейланд-Ютани. Так, мне нужно Катю. От меня не спрячешься. Не спрячешься. Ни черта не вижу. Произошла инвазия ксеноморфов четвертой степени. Повторяю, инвазия ксеноморфов. Фаталити. Ду-ду-ду. Это БЖ-386. Просим немедленного вооруженного вмешательства. Что-то как-то непонятно, когда они вот так. Ах, нямка. Вперед. Вперед по стене. Assassin's Creed паркур. Появление ксеноморфа. Нету вентиляции ксеноморфа. Хотел спрятаться, не вышло. Финишер. А еще один такой. Еще один. Да, ладно. Еще раз наверх. Номер 6 сумел проникнуть в камеру королевы. Вот, теперь номер 6 сумел. Посумел. Для такого геройства нам слишком мало платят. А, геройство. Согласен, остаемся здесь. Ноу! Ах, вот ты где. Вот я где. Ты уже мертвец, чувак. Давай! Даю. На. Нет, ты меня не убьешь. Я откушу тебе голову за это. И тебе откушу голову. Чтобы было справедливо. Holy shitballs. В медотсеке обнаружен несанкционированный биологический объект. Предпринимаются меры по пресечению.
Нифига. Фак. Внимание. Вперед, несанкционированное проникновение на участок 1. Активирована система Монорекс. Не понял, это шоу. Он вернулся к нову фаталити? Нет. Нифига, так интересно. Да, свободу ксеноморфам! Ууу!